Всем привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale, и сегодня, ребят, мы посмотрим онлайн атаки на 5900 кубков. Но сейчас вы видите 5200, вы спросите, ну и какие тогда онлайн атаки на 5900? А все просто, с нами сегодня в скайпе Коля Кристал, поздоровайся со зрителями. Да, всем привет. У него есть инстаграм, он говорит, кто на него не подпишется, тот в Clash Royale может забыть вообще про выигрышные атаки, да? То есть надо подписываться, и тогда у вас будет, все будет хорошо. В общем, Коля сейчас находится на 5900 кубков, вот его аккаунт, через друзья, сейчас профиль я вам его покажу. Я хотел, конечно, записать, ребят, у него максимум в сезоне 6.55, но чуть-чуть Коля слился. Сейчас у Коли, сколько у тебя сейчас? 5.934, да? 934, да. Вот, я думаю, вам будет интересно посмотреть на такого уровня атаки с такими противниками. Коля тоже... Вот, Коля, какое ты себе звание дашь? Ты абсолютный чемпион или нет? Ну, я брал абсолютного чемпиона. То есть тебе дай фул прокачку, и ты сможешь взять эту планку, да? Да, то есть, посмотрим битву гладиаторов, если можно так назвать. Какой колодой будет играть Коля, сейчас увидим именно в атаках. В принципе, я готов. Ребят, если хотите побольше таких видосов с Колей, там, на высоких кубках, с его комментариями и прочее-прочее, давайте, ставьте лукас и подписывайтесь на канал. И пишите в комментарии, какие вы хотели обзоры, чтобы мы с Колей сделали обзор. Но если вы это хотите, чтобы мы сделали, на инстаграм тоже подписывайтесь. Ссылка в описании. Все, поехали. Коля уже не дождался и пошел в бой. Пока я тут говорю. Ты будешь быстрее. Ладно, значит, тут немного пропустили. Значит, Коля выбросил мега-рыцаря, как мы видим, да? А парень, точнее его противник, я не знаю, парень там или девушка. Нет, он не мой парень. Да-да-да, в общем, поставил ему этого, пеку. Окей, у нас колода. Это может быть кладбище, кстати. А у нас шарик, да? Я угадал? Нет? Таран? Нет? Пойзен? Нет, просто шахтер. А, просто шахтер с мега-найтом. Прокачка, ребят, тут у всех пятые леги, поэтому не будем обращать, вау, смотри, у него пятая бандитка, то есть, тут на это не обращать внимания. Тут... у него контрдека, потому что пека контрит мега-рыцаря. А, хорошо, значит, мы этот бой вырежем. Не-не-не. Да, я шучу, мы никогда поединки не вырезаем, потому что мы никогда не проигрываем. Мы. Да, это точно. Так, пека идет, что ты сейчас будешь ему... Без понятия, что вообще делать. Мне сейчас бандитка справа. Угу. Сейчас, скорее всего, пойдет дракончик. Ай, да, плохо. Слушай, да, тяжело тебе будет. Че, будешь меганайтом? Нет? И вот так вот. И вот, что это? Шахтер. А, не, я насчет торнадо спрашивал. А. Я думал, это твое торнадо, но... У меня торнадо даже нету. Понятно. Блин, как все плохо. Ну ладно, будет поражение даже, я не вырежу, пускай. Возможно, вам даже будут полезны вот эти атаки, даже если и проигрыши, да, допустим. Ну, колода противника вам понравится, да? Ну, не факт, потому что тут в основном эпики, да? Да-да-да. Поэтому эпические карты не у всех прокачаны. Думал, пека пойдет на шахтер. Блин, настолько он тебя контрит, что просто нереально. Такое ощущение, что тебе просто связали руки и сказали, играй. Серьезно. Просто, я не знаю, смотри, шахтера задефал, меганайта дефает, миньончиков твоих тоже, как бы, у меня эликсира не было. Ну, такое, такая каточка, но все равно я не вырежу, пускай, поражение тоже это хорошо, это нормальная практика, то есть, ну. Коль, почему ты проиграл? Контрдека. Контрдека, все, никаких вопросов больше. Следующий бой, давай. Ну, я надеюсь, вы знаете, Коль, сейчас напишут. Знаешь, мы записывали с тобой видео совместное, и ты на этом аккаунте онлайн-атаки показывал. И все бомбили, мол, спалились, это не Коля и Холдик играли, это они просто комментировали какого-то китайца. Серьезно? Да, настолько. Ладно, поехали, Коль, давай, мы ждем. Я еще. Я проясню для таких, кто, немножко не понимает, да. Ребят, это аккаунт, который Коля бустит. У Коли много аккаунтов в сезоне, которые он бустит, и это нормальная практика, и на своем аккаунте у него времени нет играть, поэтому я показываю онлайн-атаки с тех аккаунтов, которые он бустит. Да и прокачка, да, тут как бы позволяет продемонстрировать вообще, тут выбор колод очень широкий. Я нашел.
Да, я вижу, мы же сидим, смотрим и ждем. Я ничего, этот выпуск, я ничего не буду вырезать, ребят, потому что если вы смотрите этот видос, то меня уже нету дома, вот, я записываю это видео поздней ночью, монтирую тоже, поэтому вряд ли я буду что-нибудь вырезать. Досмотрите этот ролик до конца и поставьте Лукас. Вот. А почему ты так Шахтера забрасываешь? А Торнадо сейчас очень популярная карта. Ну, как бы, его гигант, поэтому забросил. Ну, ладно, не буду тебя... тупыми вопросами мучить. Че сейчас зап будет? Мега рыцарь. Зап. Да, сначала мега рыцарь. А я бы сначала кинул зап. У меня запа не было. А? И сейчас пойдет такой. Ой, атака. Хорош. Сейчас да, сейчас будет. Видим, у него нету чем. Хотя. И Шахтер наперед, потому что сейчас мега рыцарь сдохнет. Ай. И все лишь. Ну, одна муха выжила, это тоже хорошо. Тем более с пятым, урона, кстати, с пятым-то шахтером, да-да. 2500 осталось на левой башне. Не кисло. Вроде эликсира у него мало, поэтому с бандиткой сейчас пробуем зайти. А почему ты так решил, что мало? Потому что он поздно. Ой, и знаешь, что еще хорошо? Ты забрал вот этого мушкетера, тебе он не будет мешать. Да, вышло 3 в 4 размен. Да. Так. Что сейчас? Шахтера крутить, наверное, слева. Угу. Так, гигант с краю карты. Мега Найт? Да, но пока думаю, как кинуть. Ну, сейчас хорошая, кстати, игра с его стороны. Ну да. Сейчас, скорее всего, я кину на деф. Потому что ну да, деф, да, это правильно. Блин, а он только миньонов как назло подкинул. Может, стоило было подождать или... Ну тогда мой мега рыцарь был бы надамаженный. Ну, в принципе, да. Че зап? Ага, да. Отлично. Так. И сейчас есть шанс. Неплохо. Да, вообще топчик просто. Смотрите, как все залетает. Блин, мне нравится эта колода тем, что вот карты, они... Вот мега рыцарь, там, бандитка, они так быстро перемещаются, если вот все четенько делать. Они просто пипец. Ну тут уже победа, осталось тупо не наглупить. Ошибок не сделать. Ну, я бы успел проиграть. Я бы успел потерять правую вышку. У меня вот проблема, я не умею контрить гиганта. Вот гигант плюс 3 миньона, все, я... Ну, конечно, все еще зависит, какой колодой я играю, но в основном... Так. Да, это победа, 18 секунд до конца поединка. Это яд от противника, да? Да. Это знак того, что он уже не будет даже пытаться забрать вышку. И смысла бы не было. Яд есть все-таки, да. Окей, окей. И трешка. Да, трешка. Последнюю секунду. Хорошая игра. Да, игра, в принципе, неплохая. Но не твоя. Да. Вот. Давай следующий бой. Еще. А пока расскажи нам, какие сейчас колоды популярные на таких кубках, в которых сидишь ты. Голем. Хок, мега рыцарь, пламенный дракон. Ну, я тоже правильно такой понимаю, то есть на таких кубках в основном пытаются комбинировать побольше легендарок и эпиков? Легендарки, как правило, сильнее обычных карт, поэтому их чаще встречаешь в деках. Да. И поэтому то они есть, более... То есть я не замечал, да, чтобы там в топ мира были деки с Мартирой там. Ну, хотя есть, но так уж чтоб часто. Я нашел. Я вижу, да. Poison... Q6R. Вот именно. С клана Sandstorm. Вот именно. Шахтер наперед. Угу. То есть шахтера можно сливать, да, твой? Оу. Да. Тебе страшно, нет, сейчас? Да. Да, голема тяжело играть. Да, да, ой-ой-ой. Я не могу на это смотреть. Это просто, знаете, это режет по-живому. Просто сидишь и смотришь, как собирается комбинация. Как ее задефать. Там есть этот яд. Тебе сейчас яд надо. Мне мега рыцарь нужен. Что? Что-то новенькое. Ничего себе. Ну, серьезно, вот что-что, ну... Вот такой связки никогда не видел вообще, ни разу. Даже на пятой арене. Ну ладно. В принципе, тут ничего такого... вроде как бы дефа. Ну да-да, дух есть? А, ты же его слил. Че, ты пропустил, да? Зап? Фух. Ну ты говори что-то. Я же переживаю за тебя. Специально, знаешь, что интригу навести. Да-да-да. Бля, но все равно... Ой, ну ладно. Ну смотри, не так уж мы много... ну, в отрыв немного он ушел, в принципе. Мы тоже ему там немало так
Ну, заставил, да. Заставил, блин, еще потратить, понервничать. Короче... Ну, пламя такая штука, наносит много урона. Да, да, скользкий тип. У меня сейчас, кстати, еще не электромаг, а мушкетер в деке. А должен быть электромаг? Ну, не должен быть, но если был бы, то... Ага. И пека, да? У тебя, помню, пека был. Ты снес вышку, да? Да, снес. Да. Он отдает, и он понимает, что... Слушай, ну он... А почему он не пошел? Почему он не пошел на левую сторону? Но ведь справа так мало здоровья и что? Потому что не уверен, что заберет вышку. Ну у него шахтер там, ладно. Ну это не ко мне вопрос. Ну в принципе да, человек тебе пристал. Вот. Ну тут вышку в принципе 100%, да, мы теряем, это понятно. И матману. Потом на 3 звезды не проиграть. Ну что-то такое предчувствие, что ты сейчас проиграешь на 3 звезды. Хотя нет. Нет. Коля не может просто так взять и отдать 3 короны. Еще попробуй забери. Ага. Актер на это, ну быстро прокручиваешь, да, это хорошо. Слушай, ну он много потратил эликсира и сил, чтобы забрать тебя. На... Да, ой, господи, да, да. Но сейчас страшно как бы что-то делать, да, потому что может сейчас... А нет. Ой, сейчас немножко... Он ушел в деф, да. Прям впасть к пламенному дракону. Ребята, хэштег в чате Коля тащи. Вот сейчас, кстати, вышка. Коля живи, я думал. Вышка, кстати, сейчас заметил, да, как добила травосека. Я думал, он успеет. Не-не-не, я следил за этим, да. Ты следил за этим, то есть это. Да. То есть ты на вышку, да? Ну блин, это он поздно выбросил голема, а не ты. Понял? Да. Ладно, давай тащи, тебя там он пытается зажарить. Ну, может быть, ничья, правильно? Да, скорее всего, так и будет. Скорее всего, так и будет. Но все равно поединок хорош. И я вот смотрю и для себя вот извлекаю некоторые там моменты, как там энтри то или другое, такие моменты. Потому что, блин, я тот человек, который хочу зайти на 5500 уже не первый сезон. Но уровень игры у меня это 4900 с фулл прокачкой. Вот. А так... Вот надо смотреть побольше таких атак, правда, я не могу взять такую колоду. И вот сейчас напряженный момент, и что же будет? Да ничего не будет. Тут нормально все, да. Все хорошо, все под контролем, 16 секунд нам осталось продержаться. Ну, в принципе, что бы он ни выбросил... Не, ну голема, в принципе, ну он не успеет уже, да, уже точно. А так, в принципе, за 16 секунд можно было поставить голема посередине, и тебя ни сборщика, ни торнадо. Но ты его заставил дефаться. Хорошая игра. Давай сразу следующий поединок. Что? Окей. Я просто не буду вырезать никакие моменты, поэтому не делаем никаких пауз. Ребята, я очень устал, вы не представляете, сегодня целый день. Ладно, неважно, просто не буду ничего вырезать, поэтому ролик будет длинным. Он уже длится 12 минут, но я надеюсь, он вам будет интересным. Вот напишите в комментах, вам нравятся ролики, которые за 10 минут, или делать их короче? Могу делать короче, могу прям вырезать, прям там выбросил голема, потом вырезал бой, когда он уже возле вышки. По 5 минут ролики. Что, ваше время экономит. Да, ну то есть, дайте мне понять. Трейн Майк. Вроде с големом играет, если я не знаю. Трейн Майк. Поправь меня, я же по-любому неправильно сказал. Трейн. Трейнер. Да блин, что ж так тяжело-то, а? Торнадо разбилось тут, да. Угу. И печка мне еще тоже так меня напрягает. Это что может быть? Кладбище? Я вот сейчас думаю, что это может быть. Угу. Так. Просто шахтер без ничего. Пуш с шахтером. Серьезно, с ночной ведьмой? Да. Я такую колоду не встречал. Я тоже не встречал. А почему ты так уверен, что это просто шахтер? Ну ладно, какая разница, давайте смотреть. Вот я как пристану, вот мне лишь бы спросить что-нибудь. Так, ну, колода, не, правда, нестандартная. Ледяной голем, торнадо, ночная ведьма, печка. Наличие этих карт уже как-то... Все равно заставляет нервничать. Что же нам ждать еще? Слушай, это кладбище, не? А, нет, ну хотя кладбище нет, с шахтером. Шахтера. Ну, ладно, смотрим. Ох, ну, моросит. Но жалко, что мушкетер твой умер. Жалко, что главная вышка активирована. Не могу шахтер кидать наперед. А. Так. Это жалко. Что сейчас будет у нас? Попытка контратаковать. Даже не контратаковать, просто атаковать. Да. Хреновая попытка, да. Неудачная, точнее, не то, что хреновая.
правильно сказать, неудачная попытка. Ладно. Но сейчас на твоем эликсире мы должны как-то что-то там... Да, я думаю, у нас будет шанс выиграть его. Давай нам. Угу. Давай только, чтобы не проигрывал, потому что поединки мы не вырезаем. У него ракета еще есть, я знаю. Он же не кидал еще вроде. Не-не, одна карта, да, как раз не открыта у него. Ну, это ракета. Вот блин, это ж надо так знать колоды, блин, я не понимаю. Это точно, это точно. Так. Вот именно так, что сейчас происходит, вот именно это я и хотел сказать. Я сейчас кручусь, короче, деку, чтобы 2 мегарыца рекинуть. О, нифига себе, как ты... Смотри, смотри, это шахтер на деф, но он вообще бессмысленный, мне кажется. Лучше бы он его на вышку закинул. Лишь бы он ракету сейчас не кинул. А, вот это все, что ты сейчас насобирал? Да. Да, Коля, он, ты видишь, тратит весь эликсир, у него не хватит там эликсира на ракету, он тратит дешевые карты. Да, и все-таки задаю. И я видел его ошибку. Хотя не знаю, трудно сказать, что это была ошибка. Он кинул ракету на мегарыцарь, это была ошибка. Да. Вот именно это я хотел сказать. Почти столько же эликсира и не сделал никакого проекта. Слушай, ну круто, круто. Мне нравится наблюдать, а больше, вот не только то, что Коля сидит на 5900, вот мне больше нравится записывать такие видео, где я не нервничаю, где я не напрягаюсь, и мне не трудно комментировать бой и тем самым играть. То есть напрягается другой человек. Еще дальше? Да не, при всем, мы, в принципе, записали 4 где-то онлайн-таки, 16 минут видос. Ну, ребят, если вам нравятся видосы еще длиннее, мы можем записывать еще больше. То есть, сколько онлайн-атак вам записывать? 3, 4, 5? Просто я постоянно пишу на свое усмотрение, но никак никогда не задал вам вопрос. Потому что ваше мнение для меня тоже очень важно. Вот, поэтому оставляйте ваши комментарии. В общем, что мы делаем, ребят? Мы делаем следующее. Подписываемся на канал, ставим лайк, подписываемся на инстаграм Коли, пишем комментарии под этим видео. Топ-комментарий, который собирает лайки, мы снимаем совместное видео с Колей. Коля, ты согласен на такие условия? Да. Ну, у Коли нету выбора. Все, ребят, на этом буду прощаться. Спасибо за просмотр, желаем вам удачи, хорошего настроения, до новых встреч и всем пока.